Эй! Есть кто-нибудь дома? Привет, друзья! Похоже, что есть. Похоже, что есть. Как дела, друзья? Куда помахать? Вот сюда махать. Здорово? Да, можешь махать сюда, да. Можешь вон туда еще. Ну что, как дела? Сегодня у нас стримчанский с гостем в эфире. С гусем. Представляю вам гостя, гусь в эфире. С гусем в эфире. Гусь в эфире по имени Гусь. Кто бы вы думали? Они знают, как тебя зовут? Меня, да, знают. Ну, в смысле, они тебя не зовут, тут Кири, как бы по-другому не знают. По-всякому зовут и Кири, и не Кири. Короче, меня зовут так же, как вот этого парня. Да, да. У нас вообще стрим, состоящий в основном из парней с именем, как у меня и как у него. У нас... И главный модератор тоже. Так, а что-то я в очках-то, друзья, забыл снять. Дерни его за бороду. За это самое себя дерни. Да-да-да. Может быть, кто-нибудь видел стрим, который был из квартирника? Там, собственно, Серега тоже участвовал, играл со мной на джембе. Переиграл вот на таком вот примечке. Да, Мася. Слушай, а это... Тот самый из Европки, да. Зальцбург. Да. И у меня еще вот это вот. Короче, у него куча ништяков на ногах каких-то висит. Я совершенно не понимаю. Техник как, на грани фантастики. Да, еще. Как это происходит. Так. Ну что, мне на самом деле интереснее всего, как нас слышно, потому что... ну, в общем, потому что интересно, хорошо или плохо. Давайте мы... О, шапка с помпоном знает Серегу. Да? Ты знаешь шапку? Знаешь. Наверное, я знаю шапку с помпоном какую-нибудь. Шапка с помпоном, ты кто? Мне кажется, это кто-то из НТО «Красный цвет», нет? Я не путаю. Или... Подожди, блин, я забыл, как написать. А вы по ней тоже должны смотреть. XDN, нет, начали только что. Киренос, очень жаль, привет тебе. Ну, слушай... Запись-то останется, можно потом посмотреть. Неплохо писали. Серега слышно хорошо, а Серега не очень. А кого из них? Самое главное, нет ли клиппинга такого, знаете, типа перегрузка. Вот это самое главное. Интрига! Может быть, это... Катюха? Нет? Вот я... Она, по идее, должна смотреть. Но я забыл, блин, ей написать, что... Но она вроде знает, что это сам Серега будет всеми, она должна... Ленич пришел на стрим. Я что-то фиг знает, какой Ленич. Да, друзья, это Ленич. Запомните, как он выглядит. Да. Ленич. Барабанщик, все сходится. Так, ладно, давайте попробуем поиграть. Поле, привет тебе, кстати. Друзья, всем привет. Я сегодня в обычном режиме не здороваюсь со всеми, потому что немножко не... из зоны комфорта вышел и сижу на другом стуле. Другой микрофон передо мной, понимаете, все по-другому сегодня. Привет, Айлун. Поэтому буду немножко больше тупить. Рыба без трусов, Поле Шип. Давайте начнем с этой песенки. Там такой фанк такой. Круто, давай. А, стоп. Надо же выключить наших друзей Ленича и Кирю. Вот так вот сделаем. А, там что-то шумит, давай. Да. По морям да по волнам, сегодня здесь, а завтра там. Я целый день плескаюсь в море голой жопой к рыбакам. Дурдома нет без дураков, рыбалки нет без рыбаков. А я рыба, без трусов. Рано-рано поутру я корчу рожу осетру. Его подружка всю неделю мечет красную икру. И у меня полно врагов среди пузатых осетров. А я рыба без трусов. А я плыву куда хочу, и я пою, я не молчу. И шар земной не сам кружится, это я его верчу. Пускай волнуются моря, покуда вертится земля. Я вылетаю на поверхность и вижу мачту корабля. Я рыба без трусов,
а я рыба без трусов. А я рыба, а я рыба, а я рыба без трусов. Пускай волнуются моря, покуда вертится земля. Я выплываю на поверхность и вижу мачту корабля. А на борту сидит пират, он курит крепкий самосад. Он не начальник контрразведки и народный депутат. Он может все, чего не можем мы, пред ним трепещут все умы. Он может росчерком пера в июле вызвать наступление зимы. Спасет он кума от кумы, отдав бомжу свои штаны. И невиновного отпустит, если надо, из тюрьмы. Порой мне кажется, что я обыкновенная свинья, обыкновенная морская полосатая свинья. Меня позволено пинать, меня позволено сожрать. Но перед этим, ты сумей меня поймать. А я рыба без трусов, а я рыба без трусов. А я рыба, а я рыба, а я рыба без трусов. А по морям да по волнам, сегодня здесь, а завтра там. А я рыба, а я рыба, а я рыба. Трам-па-па-парам-парам-парам-парам. Парам-парам-парам-парам. Вот так вот. Так, аплодисменты мы сегодня слышать, скорее всего, не будем. У меня обычно, у меня есть команда «Браво!» пишут и такие «Ууу!» аплодисменты звучат, как на концерте. Так. Ну что скажете, друзья, как нас слышно? Вон там, я слышу немножечко аплодисментов. Да. Отчет есть. Вот, но тихонечко, сегодня тихонечко. Надо больше аплодировать, друзья, чтобы было лучше слышно. Так, что же там у нас в итоге со звуком? Напишите кто-нибудь. Морбизи, пыльный пит. Хорошо, обязательно сыграем. Тем более, что Серега, мне кажется, знает эту песню, да. Дико вообще. Так. Сегодня дядечка без разных линз. Да, без вообще каких-то линз, от них глаза болят и вообще. Это же должно быть. Я только что вон там полы перфоратором сверлил. Да, друзья, видите, в России музыкант должен иметь все. У меня вот, например, я инженер по образованию. Серега шкафы собирает, понимаете? Так, да, кстати, если что, сбор денег на ремонт гитары продолжается. Смотрите, видите полосочку зелененькую? Осталось совсем чуть-чуть. Мне кажется, мы можем осилить. Так, что случилось? Все в порядке. Так. Алекс, я не пропустил твой реквест. Просто начинать со стрим с грустной песни, ну, как-то не хотелось. Сейчас мы обязательно сыграем что-нибудь вкусное. О, вкусное, грустное. У меня тут просто Серега принес с собой такие классные... Пирожные. И я такой покосился на них. На стрим, чтобы мы их есть, я не очень понимаю. Нет, есть не будем. Вот, просто я на них посмотрел и вместо грустной сказал вкусные. Слышно хорошо. Так, бронегуру. Что-то говорил, что ударный бы подкрутил. Ну, я могу посильнее лупасить, наверное, теоретически. Ну и в целом, как бы просто... они есть. Я думаю, что да, страшно. Их просто сложно подкрутить, они никуда не подключены. У нас... Вот так подкрутить. Вот этот микрофончик, который вот этот черный большой стоит. И, собственно, больше ничего. Короче, я думаю, что их слышно, и реквест пирожный на камеру. Я знал, что это получится. Нет, ну нормально, слышно, и это самое. Все равно будет понятно, что они есть, и хорошо. Да. Так. Добрый вечер, Сергей 1976. Давненько я тебя не видел, мне кажется. Завален Пикачу, отличный реквест. Песенка Гоблина. Так, ну, наверное, мы сыграем что-нибудь грустное. Что мы грустное сыграем? Нужно что-то рандомно грустное сыграть. Что-то рандомно грустное. Давай сыграем «Все хорошо», помнишь? Мы ее... Да, давай сыграем. Такая балладка. Песня, да, хорошая. Алекс Вульф, песенка для тебя. Надеюсь, что она не совсем грустная, она все-таки в ней есть надежда. Песня Гаврила Лубнина «Все хорошо».
как ключи по замкам, как башмак по стопе, так и я подходил к человечьей тропе. Ни до встреч, ни до слез, ни на что не похож, все с собою понес. Ну и что ж, как теленок чудной вслед за мамкой ушел, было правильно все, было все хорошо. И увидел восход, и из своей темноты только ноги мои оплетали кнуты. Все хорошо, нравится, 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 только бы выбраться, только бы избавиться. Все хорошо, нравится, 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 только бы выбраться, только бы избавиться. Будто в воздухе смерч и угроза ясна, как красивая смерть перед рыбой блесна, как трава полегла под моею косой, так и я упаду пред тобой. Все хорошо, нравится, 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 только бы выстрадать, только бы управиться. Все хорошо, нравится, 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 нравится. И как держится мел на твоих кирпичах, мой хранитель сидел у меня на плечах, и рождаясь волной бесконечности снов, разливалась любовь, как основа основ. Все хорошо, все хорошо. Большое спасибо, Гастон. Все хорошо. Круто. А я ждал такого. Мне нельзя делать такой. А фигу всегда это такой. Чуть-чуть, наверное, можно. Он все-таки не только звенелка, но и удар, поэтому не получается делать так, чтобы он прям. Спасибо, друзья. Кто-то скинул денег, я пропустил. Кто-то скинул money! Кто это был? Так, а у меня все сломано. Господи, у меня сломано. Спасибо, друзья. Так. Где же? Господи, сейчас. Вот, последний данный. Морбизи! Да. Спасибо тебе, дорогой! Или дорогая, спасибо большое. Очень классно, что ты поддерживаешь меня, потому что, блин, у меня снова глючит эта полосочка. Кто-то кинул 150R, а добавилось несколько тысяч. Неплохо. Да. Ах, слушайте. Если бы. Ах, если бы сбылась моя типа мечта. А, типа он там написал, видимо. Да. Не-не-не, это не запятая, это просто, короче, технические проблемы. Вот столько там на самом деле. Спасибо, друзья. Алекс Вульф, надеюсь, что у тебя будет все хорошо. Ты не будешь грустить. Так, смотрим списочек. Где наш списочек? Вот он. Списочек реквестов. Сидели и курили, Бронегуру. Мы сидели и играли в героев, мне кажется. Для тебя надо петь.
Руни-Гуру. Весь день сегодня играет в героев, насколько я знаю. Кстати, I'm French, so sorry for my English. Sorry for my English! My English is... Отсутствует. Is absent today. Так. I love your song, but I don't understand the theme. It was quite a sad song. I think it's love song. Наверное, да? I don't know. It's very poetic, so it's hard to tell. Как это будет, господи? It's hard to tell. Ладно, все. Забыл весь английский вообще, который знал. Все. Просто чё? I am potato. We forget our English. Так. Копия правосудия или что-нибудь советское. Копия правосудия, это что за песня такая? Даже не знаю, альфа-призрак. Копия правосудия. По названию похоже на какую-нибудь такую... Павер-метал такой. Копия правосудия. Spear of Justice, господи! Spear of Justice! Так и есть, это действительно настолько героическое. Мы просто весь английский забыли. Я забыл, что такое Spear of Justice. Spear of Justice мне по-прежнему ни о чем не говорит. Как бы. Слушайте, Spear of Justice давай. Мы сейчас не сыграем. Это просто довольно сложно сделать на одной гитаре. Я думаю, что мы попробуем, наверное, Bonnie Trousel сыграть, но все равно это будет звучать не совсем так, как обычно звучит, когда я это играю на стримах один, вот, поэтому посмотрим. Пока что по реквестам, друзья, их насыпалось довольно много уже. Так. You speak English like me, yeah! Yes, we are. Так. Сидели, курили. Да, друзья, если что, я продолжаю собирать фидбэк по поводу звука, потому что хочется нормально настроить его, чтобы как бы уже закрыть эту тему. Вот, я немножко его подкрутил с прошлого стрима нашего с Леничем вдвоем. Вот, ну, в общем, пишите. Городом притихшим шли по улицам и крышам, по карнизам, переулкам, подшибникам и втулкам. Где-то появилось солнце, значит, где-то появилась тень. А мы сидели и курили, начинался новый день. Шли красавицы на тройку, шли рабочие на стройку, трамваи по проспекту, арабы строим в Мекку. Шли парламентеры, шли монтеры, шли легко и без затей. Спасибо, Мурманс! А мы сидели и курили, сидели и курили, мы сидели и курили, начинался новый день. Да-да-да. Начинался новый день, да-да-да, начинался новый день. Amen. Годы шли, шли недели, шли, пока не надоели. Летели дни и годы, вступления и коды. Солдаты в рукопашной, часы на Спасской башне. Открытки и конверты, деньги шли и документы. Все ушли, остались двое в мире самых чокнутых людей. А мы сидели и курили, сидели и курили, мы сидели и курили, сидели и курили, мы сидели и курили, начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день, начинался новый день. Начинался новый, мы сидели.
сидели, курили, мы сидели и курили. Начинался новый день. Сидели и курили. Начинался новый день. Начинался новый день. Сидели, курили, мы сидели и курили. Сидели, курили мы. О! Хорошо, посмотрите на человека. Да, я такой, чё? И он сначала удивлённый в голове, потом понимает, что происходит. Да-да-да. На самом деле, это самая важная часть... Спасибо, друзья. Самая важная часть в общении музыкантов — это взгляд. То есть вот на сцене особенно, когда ты что-то играешь, вот важно... Когда что-то идет не так, страшно на кого-нибудь посмотреть, такой... Да-да. Он быстро выбирает все варианты, где он мог ложиться. Важно правильно, да, правильно видеть друг друга, правильно смотреть. Мурман, спасибо тебе большое за поддержку. Ты написал про песню «Полковник». Сейчас я пропустил. Мы просто... Да. Пока мы играем, очень довольно слабо можем что-то смотреть. 7Б «Полковник»? Да, вроде. А ты знаешь такую? Я, слушай, Мурманс, я не знаю 7Б «Полковник». Мы можем сыграть... полковника Би-2, например. Может быть, ты эту имел в виду песню? Которая «Большие города», нет? Напиши пока в чатик, если ты в нем. А я пока прочитаю, что там еще произойти и успело. Hey, Chandra! Thank you for following. Так... Особо ничего не успело произойти. Да, тут все реприквесты. Ординария, я помню, что такой реквест уже был от тебя. Ария, бой продолжается. Да, господи, я даже не знаю. Долбануться. Нет, да. Ну, это было бы интересно, но как бы мы не вскрываем. Мне кажется, будет ясно звучать. Я стал свободным от чужих команд. Дан-даран-даран-даран-даран-даран-даран. Как попса. Тут такой гитар хоть звучит, как типа «Браво». Да. Я хотел бы это быть. Да, как Не, может попробовать. Ладно, мы скорее всего, попробуем «Ординария». Сейчас только через... Я посмотрю, что там по списку идет. И мы попробуем, мне интересно. Я «Арию» играю редко, как бы... А, не, B7, это я уже, типа, не 7Б, а B7, и вообще это БГ, как бы, а не B7. БГ, полковник, тем не менее... Полковник Васин уехал на фронт. Странным образом, я не знаю эту песню. Я могу сыграть много БГ, вот кроме, наверное, «Этот поезд в огне», да, ты имеешь в виду? Это вот странно, но это суперизвестная песня, но вот именно ее я не пою. Так. Фрея. 3 дня Twitch лагает. Фрей, если что, я стримлю теперь еще на Good Game, например. Джази или кто-нибудь из модераторов, киньте, пожалуйста, ссылочку в чатик, чтобы народ увидел. На Good Game, вообще, говорят, звук даже лучше, чем на Твиче. Ну, то есть там какое-то сжатие другое. Можно попробовать там посмотреть. Так. Любите девушки простых романтиков. Отлично. Ничего так. Отличная чёрт песня. Чёрт, покидали вообще. Да, но мы все точно не успеем спеть, я никогда не успеваю, не получается. Так, Пол Колок, Лес Клес, The Fort Boyard, Женя Хакер. Слушай, я... Ну, можно попробовать? Она только сложная ритмически, ты помнишь? Fort Boyard. Ну, я наверное, вспомню, что там вообще за мелодия, я просто сейчас сходу... Давай попробуем. Thank you.
Так, там есть еще одна часть, но я ее не помню. А, возможно, кстати, наша французская гостья знает эту музыку. Это же французское шоу, насколько я знаю. Так. А, друзья, я еще раз спрошу вас про звук. Как там со звуком дела? А, еще говорят, со светом не очень, но я, мне кажется, уже не буду это настраивать никак, потому что... Слишком много тут надо делать всего, да, чтобы изменить. А, так. Послезавтра я опять буду здесь. Поле, не знаю такую песню. Что это за песня такая? У БГ столько песен. И их все так хочется знать, потому что они все такие классные. Я знаю, вот по названиям очень легко помню, что есть такая песня, но не знаю ее. Так. 7Б полковник. Есть такая песня. Слушай, Мурманс. Быть может. Наверное, такая есть песня, но я просто ее не знаю. Что же делать нам? Ну, какую-нибудь песню БГ я сейчас спою просто. Do you know a French song? Какие мы знаем? А, в целом? Может быть, есть какие-нибудь? А, из этого самого. Сейчас, как у Астерикса и Электровеликса, там есть прям такая мелодия тоже. Не помню, я вообще не в теме. Я знаю, что есть это. Офигительный мужик, уезжает и лежит. Да? Из трио из Бельвилля. Но я не помню. Hey, Chandra, it's hard to remember. Может, из Амели? Да-да. Хотя Амели как бы Амели французский нет. Да, друзья, какие есть мировые известные песни на французском? Наверняка я что-нибудь знаю. А! Я могу спеть, знаешь, что эту? Papa, tu sais quoi? Que le nom se voit. Nana, tu sais quoi? Mais moi, j'y crois. Mon mec a walk in the bed with my tue. T'as un bit of it, c'est de mal. Je passe sur la vie. Et pas d'amour. Pas de temps, j'ai pas tué. T'as pas passé de te tendre. Moi, j'y crois tout ce qu'il me dit. Moi, j'y crois tout ce qu'il me dit. Все. That's all. That's all French song that we know. It's so weird. Звонок в студию. Да ничего страшного, что можно потрещать. Ну, как бы у тебя там это... Так. Так. Пыльный Пит. Давай Пыльный Пит. Марбизи. Слушай, у меня самый маленький регион. Можно, типа... чатик спросить, типа, если там Катя присутствует, можно, пиши, пожалуйста, что-нибудь, что я пойму. Это, друзья! О, Патрисия Касс. Патрисия Касс, да, это... В общем, ну, я просто, я знаю, что есть песня такая, есть она известная, но я не знал, что Патрисия Касс. Да. А, слушайте, Катюха, а ну-ка отвечай. Напиши, короче, что-нибудь, что я пойму, что ты присутствуешь. Ну, да, просто, да. Может быть, даже ВКонтакт написать, я не знаю. Ну, если вдруг... Лучше прям в чатик напиши какую-нибудь странную штуку, которая мне будет понятна. Внутричок какой-нибудь? Да, да. Так. Локальный мимасик. Grumpy Dad, привет! Так, ну что же, Пыльный Пит. Да. Desert Pit. Раз, два, раз, два, три, четыре. Мы тащили
по знойной прерии. В самом центре Апачи Дейл. Злое солнце горело в небе, а до ранчо еще пара дней. От жары в глазах все двоилось, и погибель была близка. Но тут мой напарник воскликнул: смотри, водокачка торчит из песка. А там подумали, нам померещилось, от жары отказали мозги. Но рядом мы нашли записку в старой банке из-под муки. Там было сказано: алоха, бро, этой водокачке 100 лет. Но я повозился с ней в прошлый раз и знаю ее секрет. И как ты не крути, в пустыне виски не найти. Но если один за всех и все за одного пути, воздастся каждому стрель твой, кто душой не кривит. Я других не забываю, с уважением пыльный бес. Да воздастся всем по делам их, эти слова просты. Загляни под ближайший камень, там я оставил немного воды. Но не спеши утолять свою жажду, используй воду с умом. Доверься мне, напои водокачку и увидишь, что будет потом. И как ты не крути, в пустыне виски не найти. Но если один за всех и все за одного пути, воздастся каждому с рекой, кто душой не кривит. Я других не забываю, с уважением пыльный бег. Я залез под камень, нашел там флягу и говорю без балды. Чуть было не выпил залпом эти пол-литра чистейшей воды. Ну а пить на седон не пей, приятель, допусти водокачку, ну, скрипя сердце, но с волей к победе я вылил всю воду в трубу. Дальше все было просто, и чудо ждать не пришлось. Вода под напором хлынула так, что мы промокли насквозь. Так что, друзья, верьте людям и не бойтесь играть гамбит. Ну а мы пошли. Спасибо всем и спасибо, пыльный Пит. И как ты не крути, в пустыне виски не найти. Но если один за всех и все за одного пути, воздастся каждому средой, кто душой не кривит. Я других не забывая, с уважением пыльный Пит. Воздастся каждому средой, кто душой не кривит. Я других не забывая, с уважением пыльный Пит. Английский припев в конце надо было. You got to prime the pump, you must have faith and believe. You got to give up yourself for your worthy to receive. Drink all the water you can hold, wash your face, cool your feet. Leave that bottle full for brothers, thank you kindly, desert me. Drink all the water you can hold, wash your face, cool your feet. Leave that bottle full for brothers, thank you kindly, desert me. Во! Теперь хорошо. Спасибо, друзья. Спасибо. Так. Ох, как много навалило. Как много. Но мы молодцы. Мы прямо все поем. Майнпай, мне кажется, пришел черед для твоего реквеста песенки про гоблина. Слушай, Майнпай, а давай я тебя спою из Бастиона. Мне просто хочется попробовать. Я ее еще ни разу не пел. Благодаря этой песне познакомился с шикарным Ноуювилл. Да, я тоже, ты знаешь, Морбизи, мы тоже познакомились благодаря этой песне. То есть к нам пришли чуваки, говорят, переведите нам, пожалуйста. Вот. А мы не знали вообще, что это за сериал. Там действительно очень круто все. Бетси Ли просто молодец. Учитывая то, что она это все одна, мне кажется, фигачит. Прямо очень круто. Да, Поле, я тут решил попробовать перевести песню из Бастиона. Мне же Майнпайчик подарил Бастион на Стиме, и я, ну как бы, я же после этого не смог просто в него не поиграть. И проникся, и одна песня там мне очень понравилась. Я прям решил сделать на нее перевод. И даже, кстати, за сегодняшний день я успел найти вокалистку, которая, скорее всего, споет этот перевод. Но я хочу его попробовать сам спеть. Он как бы не совсем законченный еще, мне не нравится припев немножечко, но просто хочется попробовать. Ладно, Майнпай,
А потом Дыркина чуть попозже тогда. Так, оригиналы. Да, оригиналы подъехали. Там такой блюзец такой, не знаю, как сказать. Сейчас... Четремся. Да. Строй свой крепкий бастион, свой нерушимый бастион. Однажды будет он сожжен, построишь крепость на холме. Построишь крепость на холме. Напомнишь миру о войне. А мы все ждем, так долго ждем, когда для нас построишь. Построй хоть стены до небес, построй хоть стены до небес. Твой страх, он снова будет здесь. Построй свой дом, чтоб тишь да гладь. Построй свой дом, чтоб тишь да гладь. Чтоб было некуда бежать. А мы все ждем, так долго ждем, когда для нас построим. Построй свой крепкий бастион, свой нерушимый бастион. Однажды будет он сожжен. Примерно так. Женя Хакер. Полоску денег ресетни. О! Эндоген. Эндоген. А почему она интересна сейчас-то? Ну чё, как вам песенка? Я пока что не то чтобы... Спасибо, банпайчик. Так. Ресет. Да, ресетнулась. Но мне пока, как бы, мне нравится 90% текста, я, скорее всего, чуть-чуть его еще поправлю. Вот, но в целом, да, в целом, вот почти готовая песня. Так. Бум. Ты переводила? А скинь мне переводы, мне интересно. Какую ты песню переводила? Там же, мне кажется, вот эта песня, которую я спел, она еще как бы присутствует, эти слова, в других песнях. То есть, там, такой лейтмотив. Наверняка ты ее переводила тоже. Так. Group of Basque. Баск, это, видимо, испанские, Basque. Эти самые баски. Баски? Да. На севере испанцы. On the north of Spain, there is a land of Basques, mm-hmm. as I know. So it's kind of Spanish group. Фолк, типа такой, да? Да. Mm-hmm. Так. We love you too, Chandra! Thank you. Так. Песенка из Транзистора. Мне из Транзистора, вообще, мне Транзистор больше понравился, чем Бастион по духу. Но песни там как-то вот ни одна не запомнилась. Вот эта песня как-то сразу такая вот чпок. Она еще звучит,
она такая спокойная, а звучит в тот момент, когда на тебя там куча мобов бегут. И, в общем, это все очень сильно мне цепануло, запомнилось. А в транзисторе мне нравится песня «Spine», но я пока ее, в общем, не было никаких идей, как перевести. Вокалистку зовут MG Uni. Вы наверняка ее знаете, многие. Ну или хотя бы кто-нибудь точно. Она тоже, у нее есть YouTube-канал, она на нем делает песенки, записывает. Так. В целом, я и сам могу спеть, мне как бы довольно приятно петь эту песню, она хорошая. Так. Кострендрикой. Злобиван. Злобиван. Хорошо, попробуем. Но, правда, песен насыпалось, ребята, просто дофига. Мы точно не успеем. Особенно, если будем болтать. Действительно. Возможно, в... Чё там? Давай. Давай какую-нибудь. Песенка Гоблина, чё такое? Песенка Гоблина, Майнпай. Давай для тебя ещё одну. Это Веня Дыркин. Такой марш. Среди опалов, яшмы и изумрудов, в лесу из гладиолусов и маков, гуляют гномы, спросите, откуда? Я их в лицо не видел, но однако, когда растает снег на этой крыше, когда весна просушит эти лужи, я припаду к земле, и я услышу. И если мне не веришь, сам послушай. Среди машин, витрин и прочей дряни, в лесу антенн домов и телебашен, гуляют кто они не знают сами. Я слышал, люди очень может даже любви не просят и любви не будет. В дожде не ищут дождь, а лишь уюта. А если так, то свиньи те же люди. И странно, что не слышат почему-то. Гуляют, кто они не знают сами. Они умны, красивы и одеты. А я, дурак, припал к земле ушами и слышу изумрудные сонеты. Они, быть может, сами не хотели, но знали б, как стали не похожи на тех, кто они есть на самом деле. Я их люблю, любовь еще быть может. Все, спасибо. Так, песенка маленького гоблина сейчас была. Я уже рассказывал, да, почему эта песенка именно гоблина? Потому что «А я припал к земле ушами». Человек не может двумя ушами припасть к земле. Поэтому песенка маленького гоблина. Гоблин может. Так. Спасибо, Ординария. Так, ну что, попробовать бой продолжается, что ли? Ну хрен, ну ладно. Сейчас. Я просто даже вообще не представляю, как это будет звучать. Я немножко не помню текст только. Сейчас открою. Там же еще вступление такое. Да, там же... Снова ночь, да, и да, в глаза да. Вползает страх. Ща. Так. Ну, тут неправильно. Аккорды написаны, сразу можно... Нафиг. Вот это... Я, конечно, не знаю, но здесь неправильный. Я сотверил в истину одну. Я, конечно, не буду петь ее так высоко, как Кипелов. Снова ночь и глаза. Сейчас вспомню немножечко. Я сотверил в истину одну. Ну да, мне кажется, можно. Ну,
Это, блин. Так, друзья, ачивка, мне кажется, сейчас будет открыта на стриме. Очередная. Бой продолжается для Ординарии. Антон Юров, покажи бас. Слушай, да чего показывать? Вон он там стоит сзади. Бас. Это не джаз-бас, это Action 2001 называется. Это вообще не мой бас. Поэтому я не знаю, что там за бас. А вот гитара моя, гитара мексиканский стратокастер. Ну что же, бой продолжается. Где там наш текст? Как водится. Слушай, а может тебе какие-нибудь бубны еще дать? У меня тут есть. Да, давай. Ну, с другой стороны, если они далеко, то хрен с ними. Ладно, после этой песни давай. Да, давай. Снова ночь, и в глаза вползает страх. Сон и смерть так похожи, брат и сестра. Страшно быть одному и ждать рассвет, как спасенье. Страшно плыть по течению, войны уже нет. Нет, а я молчу, нет, я жду свечу, чтоб не спать, чтоб не спать. Нет, а я молюсь, нет, а я клянусь не отступать. Я свято верил в истину одну. Лучше быть дважды мертвым, чем истлеть в плену. Я убивал, чтоб жить и снова бить. Игры мужчин с войною трудно запретить. Вот за мы в марше на восход. Воздух плюется кровью, сушит черный рот. Кровь — это мой наркотик, долг, мой флаг. Я как заложник долго расстрелял свой страх. Страх. Бой продолжается, мой бой продолжается, мой бой. Бой продолжается, мой бой продолжается, мой бой. Я стал свободным от чужих команд. Война осталась в прошлом, скинула в туман. Здесь от каленых лиц меня тошнит. Я вспоминаю мертвых, и душа кричит. Солнце в глазах, как там среди камней. Я никому не нужен день среди людей. Молча беру винтовку, каждый враг. Я не терял рассудка, ненависть мой флаг. Флаг. Бой продолжается, мой бой продолжается, мой бой. Бой продолжается, мой бой продолжается, мой бой. Все. Это было смешно. Это было самое странное, что я когда-то на этой штуке. Спасибо, друзья. Так, Ординария, надеюсь, ты доволен. Это было круто. Вообще, у Ари такие классные песни есть. Я тут недавно переслушивал. Я недавно наткнулся на онлайн-радио, ну просто там в целом на прогу такой для телефона.
и там нашел дискографию Арии. Ага. И прям такой, ну просто рандомные песни Арии, они там крутят. И такой, вспомнил я там, типа, когда начал только ходить в институт примерно, вот в то время начал вот все слушать. И такой, такая ностальгия вообще просто. Да! Вспомнил, как я все это слушал, прям перс. Причем прямо хорошие песни-то. Песни хорошие, действительно качественные. То есть это не даром все-таки была одна из самых прям крутых, да, да, групп, да, среди тяжелых. Все-таки они действительно очень качественный материал. Немножечко жаль, что как-то к ним отношение изменилось. Они... Ну да, типа они много перли, как бы, и писали не сами. Ну и как бы пофигу, что. Ну да, да. Но в целом это было, правда, круто. Я совершенно не жалею, что Ария вошла когда-то ко мне в мозг. Так. Залетай в ПКМ. За компанию Петр. Так, что-то у вас чаепитие, друзья? Ну, началось все не совсем не с чаепития там. Я что-то про самогон видел в чате. Алкоголь так плохо, понятненько. Алекс, ты там смотри, не это, не перебирай. А то... А, ну хотя Марта здесь, Квудс здесь. Мне кажется, в целом тебя откачают, если что. У меня тут еще есть это... Что-то давно мы не с Пушкиным не общались. Хочешь погадать на Пушкине? На Пушкине? Давай. Да, задавай вопрос. А, блин, нет, вопрос я не могу задать. Ну просто любой... Все ли у меня будет хорошо? Все ли будет хорошо у человека с барабаном? Пушкин шарит. Прилежная юноша внимал. Понимаешь? Неплохо. Мне кажется, что это означает, что нормально все будет. Так. Бум-бурум-бум-бур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 ум. А! О! Ничего страшного. Так-то. За что мне это? За наше здоровье. Мне кажется. Так. Да, надо в какой-то момент кинуть. Тоже за ваше здоровье, R2D2, C3PO. И... А. Так. Все, Мурманс, если ты где-нибудь в чатиках, я все еще переживаю за то, что мы не спели для тебя полковника, просто потому что не знаем эту песню. Друзья, если кто-то увидит Мурманса в чате, или, не знаю... Или все-таки мы сами, может быть, увидим, если ты напишешь. Я очень хочу для тебя что-то спеть. Но пока давай, не. Давай какой-нибудь другой вариант. Пока не могу, да. Какую-нибудь другую песню закажи. Так. Все хорошо? Практически. А, я же тебе хотел посмотреть какие-нибудь дарку. Да, посмотри. Сейчас. Ну, сейчас, то есть, друзья, мне, наверное, не помешали бы какие-нибудь еще дополнительные звенелки, типа такие. Вот. Я не буду выключать тут, наверное. Да, я тут буду народ отвлекать. Тем, что смотрю себе примерно в район колен. Так. Вот, видите, какая у меня система. Хвостик это отдельно. Вот. Вот этот вот резиновый шланг. Цепляется мне на ногу. И мне очень удобно делать всякие звенящие дела. Так, я, к сожалению, тут не очень знаю, где тут так. Лежит чего-то. Потому что лежит очень много. А это же Наткина комната, да? М? Это же, да, Наткина все. Я просто тут был как-то раз, когда-то давно. Ну, в смысле, как давно? Перед Европкой последней. Угу. Мы типа приезжали, Катю фоткали. Вот. Сейчас меня не было, видимо. Да, ну мы когда-то там днем типа приезжали. Слушай, на чуть-чуть я пока прям. Там яйцо нашел. Кстати, давай. Я буду немного шуметь. Надо. Так и чаёчечек. А здоровье. Ну и ладно, фиг с ним. Мне, ну, кажется, да. Все большая перкуссия может очень сильно загадить звук. Да. Так. Гигантки тут очень много. Так, если я поставлю сюда, он будет в камере? Чуть-чуть. Да? Да. А, вот есть. Да, то есть вот. Тост. Давайте выпьем за барабан. Отличная идея, друзья. Да. Вот. Мне кажется, Серега порадуется. Z-Guy. Просто да. Он... Зальцбургский. Сколько он стоил-то, я не помню. Ну, какие-то копейки вообще. 5 евро. По-моему, да. Или 10. Или 5. По-моему, 5. Так.
Все-таки он не Иисус, а Серж Танкян. Ну, блин, я не знаю, Иисус мне прям несколько раз говорили, типа, че, я вообще же не похож. Ну, то есть, это же, блин... Может, у тебя были волосы распущены в тот момент? Может быть, но даже у меня же сейчас... Господь, как головой поворачивается. Короче, у меня же, типа, вот эти короткие волосы все равно. Ну да. Эй, мэн! Альфред Ф. Джонс подписал себе привет. Сигнал постоянно прерывается. О чем ты, Ординария? Это в твоем интернете... А, это из-за интернета? Или звук? Мне кажется, если бы звук, наверное, то кто-нибудь еще бы написал. Так, ладно. Боярышник. Боярышник. Привет, Джон Уэйн. Давненько тебя не было. С начала стрима, можно сказать. Так. Шапка с помпоном знает, кто такой Вовка из станции «Мир». Угу. Круг сужается. Угу. Какие ваши предположения, Холмс? Даже не знаю. И Серега знает. Наверное, это... Да. Наверное, это кто-то, кто был с нами в Европе. Нет, далеко не факт. Легко, может быть, кто-то еще. Может быть. Не знаю. Шапка с помпоном. Я полагаю, что это таки женщина. Мне тоже так кажется. Мне кажется, это Саня Зелененькая. Нет? Может быть. Саня Зелененькая, это ты? Ну-ка, отвечай. Давайте-ка посмотрим, что у этого негодяя в карманах. Так. А может быть, кстати, это и Катя. А может быть, Катя. Потому что Катя... Желтые штаны, два раза ку. Ку. Ура! Шартави, спасибо тебе. А можно тогда пикник? Ты меня слишком балуешь, мне кажется. Чудесный голос. Спасибо тебе большое. Пикник, шаман. Хорошо, прямо сейчас сыграем. Сейчас я гляну быстренько в чат. Это который... У шамана трюк. Да. Классно. Сейчас я только вспомню аккорды быстренько. А, гитара расстроилась. Когда она успела-то, господи. Поехали. У шамана три руки, да? Там такие точки в начале. У шамана три руки, о-о-о, и крыло из-за плеча. От дыхания его, о-о-о, разгорается свеча. И порою сам себя не узнает. А распахнута душа, надрывается, поет. Надрывается, поет. Надрывается, поет. У шамана три руки, о-о-о. Мир вокруг, как темный зал. На ладонях золотых, о-о-о, нарисованы глаза. Видит розовый рассвет прежде солнца самого. Оказалось, будто спит и не знает ничего, что не знает ничего, что не знает ничего. У шамана три руки, о-о-о, и крыло из-за плеча. От дыхания его, о-о-о, разгорается, разгорается, разгорается. Разгорается свеча. Разгорается свеча. Во! Вот так. Спасибо. Давненько я не пел эту песню. Даже текст, да, весь помню. Хороший, да. Спасибо тебе, Шартави, еще раз. Так. Далее смотрим. Мне кажется, надо побольше поиграть. Снова по... Да, слушай, Женя Хакер, она сбивается каждый раз. Я пока не знаю, что с этим делать.
Вот теперь хорошо, да. Так. Но мне нравится думать, представляете, кто-нибудь донатит такой 100 рублей, и полоска такая, туф, много, и он такой, он сначала, наверное, испугается, черт, может быть, я кинул, может быть, я кинул в 10 раз больше, чем хотел. Марта, в гостях мой друг Сергей, он играет на барабанах. Если когда-нибудь, ну, это обязательно когда-нибудь случится, и проект Лени Чикири вылезет наконец-то из сочевальни и начнет играть концерты, то Серега будет барабанщиком абсолютно точно. Вот. Я вам могу сказать по секрету, так, что это просто по, мне кажется, по характеру абсолютный папайрус. Я это... Мы ездили просто... Да, мы вместе ездили по Европе, и я просто обратил внимание, что вот очень похож. Hey guys, I'm a huge fan of your music, and I've bought several songs. Hey, thank you, Kana Ambrosia. Thank you so much. He is not Lenich. He is not... I'm Kyria, but Lenich... I'm not Lenich. It's... he is my friend. Another guy. Так. Стрим завис. Господи, друзья, надеюсь, что это у вас какие-то проблемы локальные, потому что... Что-то сейчас часто все пишут, что что-то виснет. Все да хорошо. Как бы что-то они это самое. Мне кажется, мы живем. Смотрят, что-то пишут. Так что мне кажется, живем. Да, на Твиче живем, точно. Так. Hello, other guy. Ну что? Мы с тобой, видимо, поздоровались. Я поздоровался. Пикачу. Пикачу. Ну, давай, Пикачу. Это который про маму купи мне? Да. Угу. Есть такая группа с названием Тату. Мне девушки поют, что они сошли с ума, что вовсе им не надо, блин, фуфло или туфту. Они хотят друг друга, вот это, блин, чума. А мне ничуть не надо ни женщин, ни мужчин, ни шоколада и ни мармелада. Не надо мне помады и крема от морщин. Мне нужен Пикачу, мне покемона надо. Ой, мама, мама, купи мне покемона. Мама, я хочу Пикачу. О нем мечтают нынче все дети охламоны и некоторые взрослые чуть-чуть. А покемоны, это во мне тузики. Пусть кричат, что Пикачу попса, попса, это телебузики. Я хочу Пикачу, мама, спасай. Кто-то хочет водки, а кто-то хочет бал. Бутусов песню написал, хочу, мол, быть с тобой. Он много добрых песен по жизни написал. И, в общем-то, приятно, что он не голубой. А я хожу и плачу, хожу и слезы лью. Сижу и слезы лью, а лежа вовсе в них тону. И крыша моя бедная покинула приют. И жареный петух все сзади норовит боднуть. Ой, мама, мама, купи мне покемона. Мама, я хочу Пикачу. Он круче, чем три подразделения ОМОНа. Он трое круче Путина. Шучу, шучу. Мама, я хочу Пикачу. Ой, мама, я хочу Пикачу. Пикачу, стучат, стучат копыта. Пикачу, давно мы все хотим. Все телепузики на голову разбиты. А покемоны Пикачу не победим. Хорошо получилось в конце. Да. Я вспомнил как раз эту мелодию, и потом у меня завершается. Спасибо. Так, Шертави, опять-таки, отличный реквест. Стрим жив, Тревич колбасит. Друзья, если что, можно перейти на Good Game. Сейчас я напишу ссылочку. Хотя нет, я не помню. В общем, стрим, если что, еще идет на YouTube, на канале Лени Чикири и на Good Game. Спасибо, спасибо. Так, любимая тебе Бибо. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас, Майнпайчик, для тебя уже две песни спел. Для Шертави две песни спел. Надо попеть еще. Так, Сани Смайл Брони. Ты здесь? Да, ты здесь. Очень много Дыркина я смотрю. Наверное, все-таки надо какую-нибудь песню из БГ спеть. Алекс Вульф, слушай, человек из Кемерово, тоже не знаю. Давай я спою песню «Тайный узбек».
Я ее 100 лет не пел. Можно сказать, что песня «Человек из Кемерово» и «Тайный узбек» — это в целом песня об одном и том же. Просто героя в одной зовут так, а в другой зовут так. Давай так сделаем. И заодно... мне кажется, кто-то еще просил БГ, и я уже забыл, кто. Такая балладочка там. Сейчас. Мы держались так долго, как только могли. Но туда и сюда, и напрочь забыли пин-код. И теперь мы скользим, не касаясь земли, и бьемся в стену, хотя с рождения знаем, где вход. Но тяжелое время сомнений пришло и ушло. Руга славы сгорела, и пепел рассыпан, и смесь вылета. И тому, кто здесь держит весло, шепните, что тайный узбек уже здесь. Три старухи в подвале, закутанные в тряпье. Но предыдущие драгоценную нить знают, как знает тот, кто пьет, опершись на копье. И как знают все те, кому нечем и незачем пить, так раструбите на всю бесконечную степь. Сквозь горящий туман и желто-зеленую взвесь, добывающим уголь и ласково сеющим хлеб, передайте, что тайный узбек уже здесь. Здесь такие соло на дудочках такие, знаете, как у Бориса Кипишкова любят такие. Он не против, он занят другим, как босем. Он не распоряжается ничьей судьбой. Просто там, где он появляется, все происходит словно само собой. Так передайте всем тем, кто был долго выгнут дугой, что нет смысла скрывать больше жадность и свинство и спесь. И бессмысленно делать вид, что ты кто-то другой, когда тайный успех уже здесь. Если всем нам запереться в глухую тюрьму, сжечь самолеты, расформировать поезда, это вовсе не помешает ему перебраться из там, где он есть, к нам сюда. И повторяю, что это не повод
рыдать и кричать. Все останется точно таким, как все есть. А те, кто знают, в чем дело, знают и будут молчать. Потому что тайный узбек уже здесь. А, хорошо. Яичко пригодилось? Яичко пригодилось. Какое красивое яичко, увидели? А, хорошая песня. Алекс, надеюсь, что это сойдет за человека из Кемерово. В целом это очень похоже. О, человек и кошка попросил Джон Уэйн. У нас есть запись, как мы идем по Варшаве. И играем человека и кошку. Давайте я вам закину прямо ее. А, так. Так, наверное. Да. Плохо. Я закину запись, и мы не будем пока эту песню играть. Потому что реквестов очень дофига. Так. Калинка, Urban Horse. Urban Horse, мне кажется, отсутствует. Так. Кукушка Цой. На каждом стриме пою ее. Прямо на каждом. Но могу еще раз. Но могу что-нибудь другое из Цоя, потому что прямо на прошлом стриме было. Hey Chandra, bye, see you. Next stream will be in Sunday. Same time. Нет, еще есть. Arrivoir, как там у вас? Arrivoir? Да. Я посчитал факт. А, точно, да. Тибибо, да, уже несколько человек. Джон Уэйн, ну что ж ты так реагируешь-то? Ну, просто дофига реквестов, ты бы видел этот список. И каждый хочет услышать свою песню. Поэтому я это видео не показывал еще никому никогда. Вот как раз такой отличный момент показать это видео, ты зареквестил песню. Короче, хватит обижаться. Так. Много Дыркина, много Дыркина, пирожные на камеру. Неплохо. Они закрыты. По крайней мере. Они выглядят неплохо. Выглядят неплохо. Пироженки. Пироженки вкуснейшие. Ждут, когда мы наконец споем, будем пить чаек, отдыхать. И мы их тогда скушаем. Кири, замена дудочки. Да что-то у меня не очень получилось, если честно. Марта, вот у тебя бы лучше получилось. Марта — это меццо-сопрано у нас, оказывается. Вот у тебя бы хорошо, мне кажется, было. Не меццо-сопрано. А мы-то тут сидим... Никаким боком вообще. Не меццо какие-то. Не то, что меццо, а вообще не меццо. Так. Так, ну чё? Ну чё, смотрим. Сюткин, браво. А Вазгар, давай для тебя песенку. Ну ты помнишь, да? Да. Сейчас придумаем. Такой можно твист. В самый полный штиль и в самый сильный ураган входят в синее море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви этим смелым парням. И беда, не беда, путь угодная им помогает звезда. Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе я тебя люблю белым следом быстрый самолет. Но поздравить с днем рождения девушку свою, да как это сделает пилот, этим смелым парням и беда, не беда,
пути водная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайтесь, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Не стоит им дарить свою любовь. А, хорошо. Спасибо, Авасгар, за хороший реквест. Ладно, прям давай поиграем побольше. Веня Дыркин, «Безнадега». Тут-тут-тут-тут-тут, 5/4. Ладно. Была у милой коса честью, безгрешностью. Стали у милой глаза полудные с нежностью. Ой, ли беда, беда моя, дарит, как милой дорога, рваная в сердце рана. Безнадега ты, безнадега. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Жареный в красном зареве, в четырех дымах копченый, бросил снова взгляд за море, спасибо конченым. Милый кольцо на пальце, обручальное с кровостегом, крылья под кабельницей. Безнадега ты, безнадега. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Это недолго куплено, то, к чему руки тянутся. Продано, не загублено, крадено, достанется. Только уже не хочется бить копытами у порога ржавчиной позолоченного. Безнадега ты, безнадега. Ой-ой-ой. Безнадега ты, безнадега. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, безнадега ты, безнадега. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. О, нормально. 5/4. Я был не готов. Не-не-не, а на самом деле сбивался-то я. А, да? Да, так что все хорошо. Ну, короче, да. Так, а кто это реквестил, я забыл посмотреть. Боярышник, надеюсь, что ты здесь. Да, он был тут вроде. Да. Там. Насчет темы выпьем сегодня впервые спиртной. О, Марта. Попробовала. Что же это? Попробовала. Так. Бывало. Так. Мне, кстати, понравился Request Losing My Religion. Да, хороший. Только тогда... Не забудь. Так. Танго и Кэш, дозорный, да, а нет, не дозорный, дозор-орлиный. Я, к сожалению, не знаю такую песню, а мне кажется, его нету в чатике. Так, Бронегуру, Анон Дос, хорошо, Шаман был, Костер Андрико, я бы попозже спел Злобиван. Она уж больно напряжена, эта песня. Шапка с помпоном, ты еще здесь? Да. А мы не угадали, кто ты есть на самом деле, нет? Дианонси, плиз. Дианон, плиз. Фотку с супом. Да-да. They keep creeping towards the door. Доброта. Так, доброта, хороший реквест. Я бы спел доброта. О, Personal Jesus, кстати. Я ее, кстати, ни разу не пел. Классно. Хотя можно. И вообще, как-то интересно. Можно попробовать. Вообще, типа, теперь... Давай доброту.
Че, мы угадали шапку с помпоном? Да, но это была надпись. Ты такая же раньше, зелененькая, чем... такая же зелененькая, как и твой ник в чате. Или нет? Ник в чате специально зелененький. Как там твои электролиты? Направление мысли около рожайки и платформы было верным. А в плане Европы неверное направление, да? Че, может, Losing My Religion тогда? Ну, давай. Можно, мне кажется. Так. О, я вижу, мама меня смотрит. Мама, привет! И папа, привет, наверное. Я знаю, что вам нравится песня Losing My Religion. Тогда, наверное... Так, у меня есть текст на нее, я помню все. Ту-ду-ду-ду-ду. Hey, man. Hey, man. Привет. Кто бы ты ни был. Я Старк, привет. Ты Старк, это правда? Ну давай, Losing My Religion. Только сначала или тебе сначала нормально? Нормально, нормально. Окей. Я, возможно, могу, в принципе, примотать потом. Не-не-не, нормально, все хорошо. Так. Life is bigger, it's bigger, and you, you are not me. The lands where then I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much, set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt lost and blind at fall. Oh no, I've said too much, set it up. Consider this, the hint of century. Consider this, trying a sleep that brought me to my knees. Fail, but it brings all these fantasies come flailing around. Now I've said too much. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream, that was just a dream. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I
thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. Try, 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 try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Dream, dream. Спасибо. Losing My Religion, группа Рэм. Ура, JDW, привет тебе, спасибо за аплодисменты. Два корабля, я Старк. Это тоже такая песня, которую на каждом стриме просят. Да, я причем офигел, что как-то раз шел по улице и слышу, кто-то поет ее, ну, просто под гитару. Короче, где-то в центре Москвы причем. То есть такие вот уличные музыканты, видимо, думаю, дико популярные песни. XDN, хочу для тебя спеть. А то... Хотя один реквест уже для тебя выполнен. Мы показали пирожные, но пускай будет еще. И Вовкину потом чуть-чуть спеть. Да, и Вовкину тоже. I have played Little Airplane yet. No, Little Airplane... we haven't played it yet. It yet. It yet. Это просмотреть. But we... Да. Uh-huh. But we will do it. A bit later. Так. Что я там сказал? Я уже забыл. Доброта. Доброта. Давай доброту. Это. Хорошо бродить по свету. А, да? Да, из хунтика. Раз, два, три, четыре. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта. Хорошо бродить по городу с белым кроликом за пазухой, принимая как награду сердца маленького стук. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта. Джан Коек, привет! Со мной сегодня играет Серега. Это сегодня гость в эфире. Он барабанщик, мой друг. Z-Sheet. Так. Илья Ридас, привет тебе. Ну что, может, самолетик сыграем? Давай. Kane Ambrosia. Now we're going... Let's go. Полетели. Off we go, да? Бабу баба баба, бабу баба баба, лабу бабу би, лаба, лабу баба баба, лабу баба баба, лабу бабу би. Говорят, пароходики это не вредно. Говорят, пароходики это не страшно. От них и любовь, и цветы, и пенье. От этого живее идет распродажа. Увидел пароходик и сгорел дотла, оставив на поверхности мазутные пятна.
может от любви, а может от зависти. Не уберегли, не досмотрели. Мой самолет был болен, тяжело болен, неизлечимо болен. Пароходиком в море мой самолетик помер, на совсем помер. Он умирал долго от пароходика в море. Вап, вабу ба 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 ба. У самолетика был пароходик легких, у самолетика был пароходик сердца. Ему вызывали по ночам скорый поезд, но в скором поезде нет от парохода средства. Увидел пароходик и сгорел дотла, оставив на поверхности мазутные пятна. Может от любви, а может от зависти, не уберегли, не досмотрели. Мой самолет был болен, тяжело болен, неизлечимо болен. Пароходиком в море мой самолетик помер, на совсем помер. Он умирал долго от пароходика в море. Вап, папу па 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 па. Спасибо. Тебе там звонят, что ли? Так, я смотрю, оглядываешься. Нет, я пытаюсь назад не сдвинуться, потому что все в грифках. Ну слушай. Ну там чемодан. Ну хрен с ним, на самом деле. Я, в принципе, могу сделать немного. Ну, чемодан можно развернуть, мне кажется, так. И все, мне как бы быть вам. Смотри. Так. Что там происходит? Что-нибудь из Калуги на мое усмотрение? Отлично, на мое усмотрение. Я не буду усматривать ни Танны Сказановой, ни Черную Луну, что-нибудь покороче и попроще. Так. Да, Рутемис, это песня, да, она на самом деле бурю чувств вызывает каждый раз, когда начинаешь задумываться о том, в каких условиях и, в общем, об авторе, о Дыркине. Полностью с тобой согласен. Так. Бронигуру, хорошо, хорошо. Ты какой-то излишне настойчивый. Желтые штаны, два раза ку. Шапка с помпоном. Спасибо тебе большое. Слушай. В твой портрет добавились три цифры. 1-1-1. Чё? Что бы это значило? Просто шапка с помпоном. Да. Мы же до сих пор не знаем, кто это. Но на самом деле круг довольно широкий. Платформа и рожайка — это прямо много людей. Не знаю. Так. Илья Ридос, твою песню... А где твоя песня? Сейчас посмотрим. Да нет, ты чё, не пропустили? Да ты бы видел этот список реквестов, твоя песня ещё в самом низу. Терпите, терпите, друзья. Терпение и труд, всё перетрут. Перекур. Всё перекур? Терпение, труд, всё. Ты не устал? Жёлтые штаны, два раза ку. Ку-ку. Алой, Сафанев Тамусич. Иван Переквест, ты балчи ничти он сбыга голбардел и оре юре бы ты бетлис, уич вер юк ноу, иф ни тертен ю стави фунь. Чего? Thank you, Джим Миллер. Thank you so much. Мне нравится этот голос. Да, просто когда ставишь русского чувака, Гогол Бордел, Tribal Connections, ты знаешь такую песню? Я нет, конечно же. Там было что-то еще. Сейчас, чтобы прочитать, нужно... зайти в иное место. Так.
Странно. Все расконнектилось почему-то. Сейчас, друзья, секундочку. Надо посмотреть сообщение. Oh, Hey Jude by the Beatles. Hey Jude я знаю лучше, хотя я ее тоже не очень хорошо знаю. We'll try to do it. Hey Jude. I didn't play Hey Jude a single time in my life, so it will be the first time. But I know this song pretty good. И ты тоже, наверное, знаешь. Да, по крайней мере, я это уже слышал. Да. Сейчас надо выбрать тональность, это самое главное. Remember this melody. Hey Jude, don't let me down. You have found her, don't go and get her. Remember to let go into your heart, then you can start to make it better. А ладно, давайте все вместе. Sorry, man. I thought I know it better. I know this song better. But I just forget all the melodies in the middle. Так, ну ладно. Брони-гуру, ладно, давай для тебя споем, а то ты как-то так не... Нетерпеливо спрашиваешь. Дос. А, понятно. Дос.
черной пеленой экран заполнил чистый DOS. Потеряла форму, стала вдруг квадратной мышь. Я разбил окно, 95-е маздайное окно, и поставил DOS, и тогда я понял, это счастье, вот оно. Слезы на очках, странные очки, а может слезы на лице. DOS очистил все, все, что было лишним у меня на диске C. Я нажал F8, и веселый Нортон удалял мне все подряд. 40 мегабайт, может даже больше, может даже 60. И представил я, город наводнился вдруг разумными людьми. Вышли все под DOS, а проклятый Windows удаляли, черт возьми. Позабыв про Word, MS Excel, CorelDRAW и прочий геморрой, люди ставят DOS, словно в рай заходим в DOS. Нормальный чистый DOS. Спасибо. Спасибо, друзья. Адский донат. Призываем сатану адским донатом. Спасибо тебе, Рутемис. Так, я видел тебя как реквесты. Мельница Мора. Вот прямо да, это было бы очень да? хорошо. Может быть, чуть да. попозже, но я бы с удовольствием. Прям да что, давай сразу. Ну, ладно. Так, сейчас прочитаю только чатик. Hey, да, man. Это был DOS. Hey, man, game fuckers. Привет, геймфакерс. Марта, кукуч, к сожалению, в соседней комнате заперт. Он же на меня как бы он нормально реагирует. Чудовищная. Да, а на гостей реагирует сильно хуже. Поэтому... Я так ему руку дал понюхать, он подошел, понюхал. Так. Пум! Так, ладно, все нормально. Больше не буду, я пожалуйста, делать. Да. Я оберегаю нашего музыканта, сегодняшнего гостя, от кукуча, как могу. Кукуч... Друзья, кукучу надо, наверное, вискоса купить какого-нибудь. Он на прошлом стриме заработал 800 рублей у меня. Я потом уже подумал. Один донат закинули с реквестом «покажи кукуча». Второй донат закинули с реквестом «покажи кукуча еще раз». Вот. Так что я попробую выделить денег на него чему-нибудь. Я давно ему хочу какой-нибудь дом купить. Вот. Так. Рутемис, Бонис, микстейп точно не могу. Я в этой песне на гитаре играю, если что. Там вот эти гитарные партии, но я саму песню не знаю. Так. Это, наверное, ты про песню, которую Гриффинил сочинил, да? Если да, то вот я тебе ответил. Так, ну что, Мора! Ох, сейчас громко будет. Хотя в целом было и так громко. Как она там? Сейчас. Ага. Летят кони с тревога, ветер в гриву. Thank you.
Кони дождь бога, дождем резвятся. И кони коней, корона на небе. Шаркой волной в глаза жрица. Железом каленым жрица к запястьям. Звездами запая золотыми, ой-ой-ой, звоном зовущим мое имя, ой. Сестра Перуна Пряха. Дождь бога дочь и моя мора. Иди спреди мою нить мора. Иди путь я открыл мора. Мечом как лучом открылись ворота, и я сковала кольцо полета. Привет, Ирча! Прощай, тревог, помяни лихо. Прости, Перун, такова доля. Ой-ой-ой. Пройдет дождь, бог пройдет, пролетит муха. Жесток мой бог, конь солнце. Ой-ой-ой. Пролетит муха. Жесток мой бог, конь коней, конь солнце. Ладо-ладо на копалю. Все. Спасибо. Так. А, что-то там произошло. Клумпех. Hey, I thank you for your donation. Я не успел прочитать, что там было. Мы пели песню в этот момент. Надо посмотреть. Там что-то про кукуч, по-моему. Love you guys to forever. Don't have much, but I hope this helps. Thank you, Kane. Thank you. It will helps. Так, надо снова сбросить полосочку. Да. Так. Команде Куна добавить команду Че, чтобы двигаться совместно. А, Кукуч, возможно. Возможно. Так. Лучом как мечом, а так и получилось. Я все время в этом месте путаю. Я пою мечом как лучом. Господи. Лучом? Мечом как лучом, лучом как мечом. Вообще кукучом, мне кажется, просто. Мучом как лечом. Мучачас. Lonely September, hey. Так. Да, Рутемия, спасибо. Надеюсь, что тебе понравилось. Нам понравилось. Так. Ладно, друзья, на самом деле, я думаю, что мы не то, что прямо сейчас заканчиваем, но так в целом за середину мы уже точно перевалили. Поэтому начнем, наверное, пободрее петь песенки из реквестов, чтобы успеть. The Smile Song. Ирча, you mean... Pinky's song.
Кастрендрикой. Блин, Google Bar... Ординария Google Bordello, не знаю такую. Start Wearing Purple. Да я вообще ни одну не знаю, наверное, Google Bordello песню. Что-то Вовкина, давай что-то да. Вовкина сыграем. Шапка с помпоном. Ты еще тут? Да, шапка с помпоном тут. Ильша, I don't sing this song. I know it, but... If I will try to sing it, it may be not good. Maybe something else. Так. Вовкина. А чё, Вовкина? Я только «Дорогу в космос» знаю, наверное. Да? Чё-то вы там ещё же пели, вроде. Не, ну мы пели, конечно. Но просто именно Вовкина... Это, наверное, либо «Дорога в космос», либо... Либо все. Либо все. Давай «Дорога в космос». Песня группы станции «Мир», «Дорога в космос». В какой-то момент она стала популярна, когда на Лепре кто-то перепостил текст с нее. Друг, ну где ж ты был, мне было так не клёво. Я словно завис в тупой и глупой пустоте. Я вдруг ощутил всё одиночество, всю безысходность. Мне разонравилось жить, мне захотелось улететь. Там в этом небе такие звезды. Я предлагаю не ждать утра. Для нас с тобою дорога в космос. Вы оставайтесь, а нам пора. Нормальный полет, и я практически уже не парюсь, парюсь. Я просто забил переживать и горевать, что время не ждет. И вечно мало, сколько б не осталось. Я очень просто живу, не будет просто улетать. Там в этом небе такие звезды. Я предлагаю не ждать утра. Для нас с тобою дорога в космос. Вы оставайтесь, а нам пора. Там в этом небе такие звезды. Я предлагаю не ждать утра. Для нас с тобою дорога в космос. Вы оставайтесь, а нам пора. Спасибо. Обычно после этой песни Вовка прыгает в толпу. Такой ритуал есть на фестивалях. Во время соло, вернее. Ирча, Beyond Her Garden, окей. Джази, возвращайся. Марта уже без тебя скучает, смотри. Так. Вот так вот Джази просто берет и улетает, и оставляет на произвол судьбы своего друга-стримера
Но ничего, у нас еще много модераторов. Я спокоен, Джази. Лети! Ты выбрал отличную песню, чтобы улететь. Прощально такое. Так. Beyond Your Garden. Не знаешь, у нас на канале лежит такая... Ну, в общем, можно сказать, что фанк. Такой мягкий. Best, but it's not quite there. You'll kick a hoof and say it's just not fair. A simple man leading simple dreams. A rumor that not quite as it seems. Top from beyond us, you're a late start, time to fool us. Keep your friends close, they will drive you to the cosmos that describes you. Get a top, go beyond us, you're a late start, time to fool us. Keep your friends close, they will drive you to the cosmos that describes you. Tonight's sunset. Can you stake your silhouette? Not a sound, no voice nearby. I've made illuminate this gloomy sky. Get a top, go beyond us. You're a late start, time to fool us. Keep your friends close, they will drive you to the cosmos that describes you. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna turn around, desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Спасибо, друзья. Видите, мы, можно сказать, зарекролили нашего барабанщика сегодня. Как бы. Кстати, был рекрост. Рекрол? Ну, я ее полностью не спою точно. Ну да. Я как бы пробовал. Не то, чтобы она там сложная, а просто я ее не настолько хорошо знаю. Желтые штаны. Два раза. Желтые штаны. Ку-ку. Thank you, bot. Thank you, Ирча! Спасибо тебе большое! Спасибо! Так... Grumblebird, привет! Я сейчас лучше спел, чем на официальном канале? Да не, мне кажется, нет, бро. Ты что? Там-то она хорошо записана. Все дела. Так... так, человека-кошка. Песенка Трубадура. Ординария, это какая именно? Я не очень разбираюсь в названиях этих песен из бременских музыкантов. Мора была, из Врунгеля что-нибудь, Смайл Сонг. Что выше было еще? Вашу какую-то просили сделать. Лен Шикири, Чарли-Чарли есть. Ну давай Чарли-Чарли споем. Еще таки Кип Крикен.
They keep creeping. Блин, я... боярышник, ты меня прости, я, наверное, сегодня не буду петь They keep creeping, тем более, что тебя нету в чате, ну и хорошо. Квудс промахивается. Ты промахиваешься в Серегу или куда? Так, Квудс у нас любит кусаться в чате просто. Ладно. Ладно. Пожалуйста. Так, Черли-Черли, что это у нас такое? Клюква. Я, мне просто нужно сказать какое-то слово, чтобы было понятно, что играть Сереге. Клюква. Клюква, понял. Такая тан-дан, тан-дан, тан-дан. У меня готов ответ. Я долго думал, и теперь сомнений нет. Я точно знаю, сколько будет ты плюс я. Совсем немного, но чуть больше, чем друзья. Эй! Эй, Черли, Черли! Эй, Черли, Черли! Эй, Черли, Черли, баран, да зеленкой! Эй, Черли, Черли! Эй, Черли, Черли! Эй, Черли, Черли, баран, да гнездей! Эй, Черли, Черли, не смотри, что ростом мал. Ты вдруг сказал, что есть большой потенциал. Я смелый парень, только есть одна беда. Я так боюсь, что ты внезапно скажешь «Да, да!» Эй, Черли, Черли, эй, Черли, Черли, эй, Черли, Черли, ла-ла-ла-дай-ра-дам-дэй. Эй, Черли, Черли, эй, Черли, Черли, эй, Черли, Черли, ла-ла-ла-дай-ра-ру. Соло на барабанах! Эй, Черли, Черли, эй, Черли, Черли, эй, Черли, Черли, ла 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 на ра ну на ра. Все. Когда неожиданно мне говорят слон на барабанах, я понимаю, что? Просто кто я такой? Что я тут делаю? Так обычно и бывает. Обычно. Да. Обычно. Когда я сам это как бы готов сделать и такой, ну вот сейчас я такой сыграю. И типа, сам такой, все в порядке. Когда мне кто-то другой говорит, я говорю, чё? Спасибо, друзья. Панически играть. О, соло, смотри, а вас группа понравилось соло. Так. Доброта была, кукушка Цой. Злобиван. Злобиван, ты здесь. Слушай, Злобиван, вот тут есть еще заказ от Блэк Джека. Кстати, привет, Блэк Джек. Я, наверное, спою ему... Да, тоже на Цоя. Правда, не кукушка. Ну, просто кукушку на прошлом стриме пел. На позапрошлом, по-моему, тоже пел. Даже у меня в группе ВКонтакте. Да, кстати, друзья, если вы новенькие, зарегистрируйтесь, подписывайтесь на мой пабличек ВКонтакте. Там я все время расписание выкладываю стримов, всякие хайлайтики со стримов. Вот последний хайлайтик, там как раз Цой-кукушка. А сейчас давайте стук Цой. Мне нравится этот реквест. Песня группы Кино. Да. Вот такая. Струн провода. Ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге,
я скажу одно лишь слово: верить. Amen. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный звук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Это было тяжело. Да? Мне тоже, мне тоже. Так, но получилось хорошо, по-моему. Да. Так. Black Jack, это была песня для тебя и заодно для Злобивана. Злобиван, надеюсь, что ты не против, что мы спели для тебя не кукушку. Покажи, как ты бой в этой песне играешь. Эльёмка, ну как бы этот бой называется бум-тагадан. Бум-тагадан-тагадан, чтобы получалось. Просто медиатором. Довольно быстро, то есть надо учиться сначала медленно это делать, а потом все быстрее. Если ты научишься этому бою, то ты сможешь много песен арии играть, например. Потому что у них везде такое. Так. Макаревич любую, Алекс Вульф. Ладно, попробуем. Мне кажется, мы закончим Макаревичем какой-нибудь там свечой. А мы можем, например, сыграть не совсем Макаревич, но типа мой лук лучше всех играет блюз. Можем. Это же охренительно вообще. Да, можно сыграть. Давай сыграем, попробуем. Раз любая. Что чатик по этому поводу думает? Да, ничего, что не напишет. Ничего, что не Макаревич, а Маргулис. Так. Один фейк. Ну. Тоже машина. Ну да. Так. Село и люди. А, это... Там, да. Да, крутые, кстати, чуваки. Ну, ты знаешь, я, кстати, заходил в их паблик, и что-то как-то... Я думал, они известнее, типа. А, да? Такой довольно маленький, и записи у них не то чтобы суперстудийные. Но вообще они клёвые, да. Да, всё, чуваки. А это они, не они делали вот эту... Титаник-то? Наверное. Наверное, это была их первая, мне кажется. Вполне возможно. Потому да, что это была какая-то... По сети ходила. Every night in my dreams I see you, I feel you. Far greater distance. Я все это... Так, ладно. Что-то из Калугина. Джон Коек, ты еще здесь? Да, я вижу тебя. I see you. I feel you. Из Калугина. Какую-нибудь. Господи. Художник массово. Вот что я сыграю. Это такая медленно, медленно нежная песня. Солнца и планет, не зная, что творится в мире, один как перст в пустой квартире,
Художник массов пишет свет. Художник дядька, как и все, но искушен в незримой битве. В нем самодвижная молитва стучит, как белка в колесе. Он пишет ночью, пишет днем, он пишет темперой и мелом. Он пишет белое на белом, и Божий свет струится в нем. Заря окутывает дом своей багряною порфирой. Художник массов за кефиром грядет в соседний гастроном, но вновь спешит вернуться в клеть, что шире неба и вселенной, чтоб свет предмирный, свет нетленный, а холст презренный обереть. Назад тому 15 лет я плакал предрассветной ранью и все твердил, как оправдание. Художник массов пишет свет. Спасибо. Это была песня Калугина, Сергея Калугина, на мое усмотрение. О, oh, Heaven on Their Minds попросили, господи. Как хочется спеть. Но, друзья, не успею. Не успею. Осталось нам максимум 20 минут. Так. Здорово. Спасибо, друзья. Я типа немного занят. Короче, типа завтра едем когда-то там. Сейчас, друзья. Миниатюрка «Два придурка» закончилась. Сорян, короче. Не, все нормально. Так. Ну все, друзья, короче, прям по последней. Макаревич лучше всех играет блюз, да? «Страна лимония» — отличный реквест. Да, да. Друзья, Ян Мейкин, «Heaven on their minds», давай на следующем стриме. Я прям ее очень хочу спеть, но просто не успеем. И «Ординария», песенка Трубадура, тоже, наверное, на следующий раз. И, в общем, вот все те, кто, может быть, ждал, но не дождался, я прошу прощения, просто мы никак не успеваем. Короче, вот там чуть выше писали, как его? Где? Чел под ником, нет, выше, нет, именно в чате. Рутамиас, по поводу Бензобака. Я тоже вспомнил, короче, группу Бензобак. Они примерно одновременно появились, вот две версии, типа «My Heart Will Go On». Одну песню исполняли такие, типа, под баян, чуваки, да, такие, да, да. Эх! А вторую песню пела группа Бензобак, и это прямо панк такой бодрый. И мне тоже дико нравилась эта песня, они примерно одновременно появились, я дико по ним горал. А я не слышал, кстати, Бензобак.
Типа, да, вот «Бензобак Титаника» она называется. Это прям такой бодрый панк, типа, а-ля Blink-182, короче. Так, ну что, снарнули лимонию сначала, а потом блюз? Или сначала блюз, а потом лимония? Мне кажется, лимонию можно сначала, потому что... Ну потом, давай. Типа, под завершение такое. Сейчас все вспомнится. Как там вообще? Клюква. Понятно. Не, не так. Сейчас. Ага. Такая. За морями есть лимоновый сад. Я найду лимон и буду рад, но я тебе не дам. Не смей меня винить. Посмотрите, до чего он хорош, но на дороге ты его не найдешь. Попробуй сделать сам. Не буду я тебя учить. Растут лимоны на высоких горах, на крутых берегах. Для крутых, короче, ты не достанешь. Я вижу цель, я за лимоном дотянуться хочу. Я за лимоном лечу и крутизной наслаждаюсь. Страна лимония, страна без забот. Страну лимонию ведет подземный ход. Найди, попробуй сам. Не буду я тебя учить. Трудна дорога и повсюду обман. Но чтоб не сбиться, у меня есть план. Но я тебе не дам. Не смей меня винить. Растут лимоны на высоких горах, на крутых берегах. Для крутых, короче, ты не достанешь. Я вижу цель, я за лимоном дотянуться хочу. Я за лимоном лечу и крутизной наслаждаюсь. За морями есть лимоновый сад. Я найду лимон и буду рад, но я тебе не дам. Не смей меня винить. Страну лимонию ищу с давних пор. Мне надоел вечно зеленый помидор. Его ты кушай сам. Не смей его со мной делить. Не смей его со мной делить. Да, примерно так. Так. Отличная песня. Вообще, «Страна лимония» — это прямо топчик 90-х. Да. Прямо... Вообще, «Дюна», я бы сказал, в целом топчик 90-х. Ну не все. Вот не, я... ну в смысле, по крайней мере, те, которые хиты явно. То есть «Коммунальная квартира» какая-нибудь. Да, прямо, да. А вот эти первые песни «Дюны», вот «Страна лимония», это у них был кто-то, какой-то музыкант очень хороший в составе, гитарист, по-моему. Он и писал вот эти чудные гармонии классные. Короче, прямо круто. Так, ну что, последняя песня осталась на сегодня. И это будет песня для Алекс Вульфа. Надеюсь, что ты не грустишь там, Алекс, что стрим тебя немножечко взбодросил. И песня... Забыл, как она называется. Ну и фиг с ним. «Мой друг». «Мой друг», да? В скобочках лучше всех, да? Поднят ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг он один играет блюз. Он не знает умных слов, он считает нас за козлов.
даже в морге он будет играть на восторге. Ему плевать, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг он один играет блюз. Ночь на выдох, день на вдох. Кто не выжил, тот и сдох. Обреченно летит душа от саксофона до ножа. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг он один играет блюз. Поднят ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян. Обреченно летит душа от саксофона до ножа. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг он один играет блюз. Спасибо, друзья. Решил соляк поиграть, но нет, что-то не пошло, не пошло. Ну что же. Сейчас я дочитаю чатик. Может, какую-нибудь еще одну песенку напоследочек. Маргарита узнала вас только сегодня. Здорово. Приходи еще. Нет. На стримы. Мне кажется, окей, да. Можно прочитать Маргарита. Это здорово. Мопропума. Только, если что, это не Ленич. Не Ленич. Вот вот. Not Ленич. Not Ленич. Ленич is not here. Здесь только Киря. Киря — это я, а это мой друг. Не Ленич. Мой друг не Ленич. Так. Кстати, англоязычные называют Леник. Они не могут, как бы... Мы долго пытались рассказать... И это называют Леник, Леникс, но... А немцы, наверное, называют как раз Леник. Ленич, да. Ленич. А Леник. Не знаю. Так. Как же хочется еще пару часов стрима. Да в целом, да, вот у меня на самом деле ощущение такое, что я бы там часик еще посидел, но просто уже поздно довольно. И не хочется... Соседей душно напрягать. Душно тут еще немного, да, и соседи. И душно. Это при том, что окно открыто. Да. Все равно так что прям. Мы тут наиграли, надышали. Так. Для атмосферного обряда призыва куку... О, господи. Зеленый слоник из Врунгеля. Какую-нибудь прощальную песню бы выбрать. Ничего не вижу такого. Давайте попробуем спросить заботу. А, пора порадуемся, забота реквестила. Блин. Что-то не так, да? Как же ты меня подвела, забота. Давай еще один. Может, не заметили. Марта, ты заказывала трех мушкетеров или что? А, ты куча просто? Просто кукуча могу. Или... А, или ты про мушкетеров хотела. Даже не могу вспомнить, какие еще были песни в «Трех мушкетерах». Ладно, друзья. 30-секундная последняя песня, и все. А то что-то я задумался, и... вот такая.
каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Может он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах, бабах, и нет его. Каждый маленький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Все. Это была точка такая, жирненькая, маленькая. Сейчас все угорает по кукучу. Так, я понял. Не нужны, значит, вам ни Киря, ничего не нужно, ни Сережа. Так, кукуч просто, вот так посадите его тут. Пасти котиков. Ладно, сейчас будет кукуч, и на этом будем прощаться. На этом будет там мое обгрызанное лицо. Ладно, ничего не будет. Нет, ну коты меня вообще как бы не жрут. Коты меня любят. Но я не уверен. Вот, друзья, наш замечательный кот, очень злой, очень, даже не хочу ему показывать, что есть Серега, а то если он увидит, то... Котеечка. Да. Слушай, у него морда сразу приглась. Все, друзья, кукучик, ты звезда, ты не знаешь об этом, но ты звезда. Все, друзья, уношу. Самая злая в мире звезда. Серьезно, он его поднес. Я на него посмотрел, он такой. Вот такую стал лицо делать. Короче, я не готов с ним общаться. Ну что, как вам наш стрим с гостями? Все было хорошо? С костями. Стрим с костями. Я, кстати, по-моему, так и не увидел никаких дополнительных фидбэков про звук. Ну ладно, сам послушаю после стрима. Бы, наверное, если бы... Ну да, да. Ладно, друзья, в общем, большое вам спасибо, что смотрите, большое спасибо, что поддерживаете. По-моему, хорошо посидели. Серега, по-моему, тоже доволен. Все ништяк. Да. Я пришел еще. Обязательно. Ты не думаешь, что все закончилось. Ну вот. Ехать к вам как далеко, ух. Да? Ну да. А ты где? На Каширской. А, да, да, слушай. Вот, ладно, пойдем мы отдыхать, пить чай. Еще раз всем спасибо, подписывайтесь на пабличек ВКонтакте, вон как раз ссылочка упала в чатике, самая последняя. И до следующего стрима. Следующий стрим будет в воскресенье, по-моему, днем, часа в 4, не, точно не помню, вот как раз расписание есть в группе ВКонтакте. Да, друзья, еще, если кто-то хочет, мы... запилили сервер Discord, туда можно прийти, потрещать в войсике, в чатике, там уже довольно много народу, ну не очень много, но в общем становится потихонечку живо там, можно постоянно с кем-то потрещать из зрителей наших стримов, вот, все, нифига себе, какой у тебя классный хвостик, вот это хвостик. У него оторвался кончик, нет причин, но это не так видно. Неужели настоящий? Слушай, у меня есть предложение, что да, потому что, ну то есть, мне очень жалко эту лисичку, но... Господи. Слушай, это... ну я не думаю, что где-то бегает лисичка без хвоста, она как бы... Hey, man! До того, как лишилась хвоста. Ну да. Не, ну очень приятно, я просто к тому, да, что такая тактильно. Пушистая такая. Все, друзья, всем пока, счастливо, до следующего стрима.